Всем снова йоу, мы продолжаем проходить Дарксайдерс 2. Как же это обязательно? Вот как? Как вы догадались, что мы проходим Дарксайдерс 2? Вот как? Скажите мне, пожалуйста. Так, мы заберем этого ублюдка оттуда. И едем. Мы едем, едем, едем. По кочкам, по кочкам, ямку. Бух! На двух маунтов так. Давай, 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 забирай вот этого упыря. Что нам больше не нужен? Нам нужен только вот этот вот упырь. Ну это да, вообще верят, что это нет. Нам надо вроде бы вот сюда сейчас ехать. Я же не вижу эту херню. Сейчас я вернусь сюда. Ну а где лаву делай? Чем бы взрывать? Да. Ну что, мне взорвать это что, кулаком ударить, что ли? Ну сейчас. Да, даже уничтожает. Нам надо этого поставить сюда. Гребаная дверь открылась. Иди сюда, упырёчек. Говнёчек ты мой. Давай, едь, 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 едь. Бум. Попали в цель. Ну, вот и все, мы прошли. За маленький срок. Да вот. Опять сраные демоны, сраные приставки. Вчера сколько я ему отнял. Оу, да. Мега, мега, мега. Обрадовался. Ассасино пчищ. И теперь снова залазить. Да нет, вай. В эту сторону. Ну так. Куда? Я слышал крики. С этой. Просто тупо так. Со всех сторон нападают. И им же хуже становится, что они со всех сторон на меня. Оу, май факинг гад. Ни одно бесит. Но и наполняется до сих пор.
Ой, я не успел. Ну, с двумя тут, ну, фактически unpassable. Еще нельзя. Разгорелся, ты весь пылаешь. Он будет так, пока не попадет. Давай. Сколько у него там? Да? Левеля. Я не могу. Я все подниму. Impossible. Такой impossible. Так, отличненько, пока все мы окей, справляемся и... Бим. Он снова нападает. Тут уже не всегда казнь. Show me the way. Ну так куда мне, сраная птица? Туда, но... Сюда, мне сюда, ну ладно. Слава богу, это синий разбивается, уже по привычке нашик на него, чтобы он быстрее бежал. Отличненько, так, давай, лезь. Ты умничка мой, хороший, хорошая смерть. Вот и все. Вот мы так сделали. Такие плохиши. Кати его сюда. Пускай он катится. Давай. Ну, после двоих. Здесь-то сложновато. Вообще-то, уже дрался, но... Все равно скотина сложно. Тем более они восьмые, а я всего лишь седьмой. Вроде бы. Сейчас глянем, какой я. А, не, я восьмой. Я уже не ожидал.
Да блин, ты задолбал. Да. Так, давай, парень. Паря, сможешь. Чел, давай. У меня нет зонта мочить. Вы задолбали меня вообще. Тут полные анусы. Хотя бы один остался. О, нет. Я... Он что, распался на маленькие кусочки? Сказал, я сам даже не понял. Давай. Что это? Какие-то косы. Сильнее, чем мои? Странно. У них атака больше. Давайте, какие-нибудь косы. Я круче. Это говно. Компас. Отлично. See what you can find. Забрал там все? Ого, 16 тысяч даже. Ну, круто! Там ничего не блестит, но... Это еще ничего не значит. Даже деньги... Везде деньги валяются, это круто! Вот так бы на каждом углу какой-нибудь другой вид. Я что-то еще пропустил. Еще косы. Нет, эти лучше, не больше дают, чем те. Что проверим? Четверо. Пусть она нет, ничего нет, окей. This is no place for a horse. А ман похуй. Ой, что матом начал говорить. Нет, нельзя матом говорить, нельзя. Ничего нет. Они есть. Монетки. Money. Ха-ха.
Халк. Халк. Че его что-то отнимаю? Как-то нет. А вот теперь отнимаю. Ну а зачем вот воинов своих убивать? Делать нихер. Где-то упал? Да. Ах ты ж нахер. На его защиту встали. Он злится. Нужны свидетели. Да, он даже своих убивает. Что за нуль? Что за тимкиллер? Упали, я вижу. Дом Кисюлька. Ты задолбал меня. Есть. Начало накапливаться. Своих. Умничка. Своих замочил. Вот респект. Сам только что гнал, что он тимкиллер, так как респект, он все уйдет. Ну, с одной стороны, респект, потому что... Ты типа такой встать захотел, да? Нет, хер не пополам. Ну что ж, бой на арене закончился. О, это эти же! Ура! Узнал их! О, блин, я спина. Вау-вау-вау, полегче, парень. Моя сильная бьет. Не забыл, отлично. Уходим. Отсюда, отсюда, я сижу, ну ладно, отсюда, отсюда, уходим отсюда. Сучки, 4 армы. Ну я богач. Что, потом это ж продавать? Потом же все продавать, то что я не ношу. Ну, какой я богатый буду. Да. Что продавать?
Ну а как мне их разбудить? Экшн. Corrupted. Not yet. Corrupted? Then it was not a dream. The Makers have need of me. The Makers say that you can reach the Foundry, and that a guardian lies within. The Foundry, yes. It is where I was cast. But it was lost. And now... You will need my help. Corruption spreads across your realm and you slumber. Stone is heavy. It is easier to rest. In my dreams, I can move again. In my dreams, I am flesh. This place, what was it? I cannot tell you. It's on the tip of my tongue. My tongue seems to be elsewhere. Will you help me, old one? Yes. Ой, я на нем буду ехать. Круто! Shall we? Hold on, little one. Little one. Old one. In my slumber, I have felt the Guardian reaching to my dreams. He is the strongest of us all, but in his heart, there is a hunger. The Guardian was built to destroy. He has much in common with corruption. You must speak with Adar and make your peace before we cross over. There may be no crossing back. Так быстро меня вернул. I have to go alone. Опа-на, опа-на. Опа-на. Опять к ним возвращаться. Пиписьки нахер. This is no place for a horse. Ну, как всегда, это не место для лошади. I restored your forge and brought life to stone. But am I any closer to the tree? Tell me now, old one, or you may never get the chance. I hear the foundry is dangerous. As is the tree, horseman, and the entire forest. That is why you must awaken the guardian. But have you asked yourself why you seek the tree? The tree of life is where I will find my brother's absolution. The tree of life is a gateway. From it, one may travel to places undreamed of, whether a world of oceans and forests, or ice, or endless night, the tree exists there. It may appear different,
yet it is the same tree and its roots connect all the realms. The tree of life is not where journeys end, but where they begin. Ой, нахер, мне нужен магазин. Магазин. Купим, сходи в магазин. Магазин. Я уже надеялся встретить ее там. Она кидала. Ладно, идем без магазина. Может, пойти встретим. Worry not, Maker. Now you can find your way home. This compass guided me to many wonders. To hold it again after so long, it makes me feel a mere 500 years old. Thank you. Level up. А, да, у меня же skill point. А я из-за... Каждого по чуть-чуть. Вон она, магазин. What brings you before me? Well, sure, this key is special. Valis doesn't seem so impressed. Aye, he mourns the loss of his friend. Valis had a friend? Och aye, his great hammer, Splinterbone. It felled many a giant. But Valis lost it in a dungeon west of here, and it weighs heavy upon him. If you can find Splinterbone and return it to my brother, you will earn his gratitude. Mayhaps the forging of a proper weapon. What was Valis doing in a dungeon? We hoped to restore the shattered forge within, but it was corrupted and overrun by the sea of Vermi. We barely escaped with our lives, no thanks to Khan. You let that pup guide you? Aye. At the time we did not see the harm, but Karn would do anything to prove himself. I fear one day he will go too far. Valis has been busy. There are new items. Здесь точно то, что я... А, я же Angel of Death больше не ношу. Такой богатый. Valis will put it to good use. Mortis. Чурый, Экс. Кто-то из Dota 2 персонаж. Топор. Нихрена себе богать. У него столько денег есть, чтобы мне дать. Valis. Все говно. Все говно, все говно, все говно, все говно, говно. Есть только, есть то, что дает мне очень хорошее. Да, это вот хороший. You will find the hammer just past the fjord. The Stonefather be with you, horseman. Oh, it's you, horseman.